Итак, здравствуйте. Загадки, которые до сих пор, не решили. Гора Лико, которую обнаружили совсем недавно, настоящий затерянный мир. В Замбезии, в северной части Мозамбика, притаилась гора Лико. Природа в этих местах миллионы лет оставалась нетронутой, поскольку кругом непроходимая чаща. На гору без современной техники забраться невозможно, ведь ее высота около 1100 метров над уровнем моря, прошу заметить, а отвесные склоны достигают 700 метров. На вершине внутри вулканического кратера разросся тропический лес. Официально гору обозначили лишь в 2012 году, когда ученый из Университета Оксфорда Брукс Джулиан Бейлис при помощи сервиса Google Earth случайно наткнулся на нее. В мае 2018-го группа исследователей отправилась в экспедицию в эти места. Ученые обнаружили неизвестные ранее чешуи... Вот тут же заумное слово. Чешуекрылых. Чешуекрылых. Короче, насекомых каких-то. Но самой удивительной находкой оказались несколько перевернутых горшков, установленных на вершине горы. Как они там появились, остается загадкой до сих пор. Шумерский список царей. Шумерский список царей является доказательством того, что шумеры жили около 250 тысяч лет назад. Но не это самое невероятное. Если верить этому артефакту, выходит, что 8 властителей правили 241 200 лет. Как такое может быть, непонятно. Список царей Шумера и Аккада – это перечень правителей государств, существовавших в Южной Месопотамии. Ученые до сих пор не могут ответить на все вопросы, вызванные этим списком. Загадочные врата богов, Перу. Это сооружение расположено на живописном горном плато Альтиплано на берегах озера Титикака и представляет собой 7-метровую дверь, высеченную в скале красного цвета. В середине двери трапециевидное углубление по форме чем-то напоминает замочную скважину. Точный возраст и назначение этого объекта неизвестны. Местное поверье гласит, что в эти врата уходили в высшие миры герои древности, а углубление – отверстие для своеобразного золотого ключа-диска, который хранится у верховного жреца храма Семи Лучей. Грот ракушек Великобритании, тайна возникновения которого никто не может открыть. Грот ракушек – Shell Grot – одна из самых загадочных достопримечательностей Великобритании. Вся поверхность пещеры, а это 190 квадратных метров, выложена узорами из 4 600 000 раковин. Этот феномен случайно обнаружили в 1835 году. Однако истинный возраст неизвестен до сих пор. Неизвестно даже, кто создал это чудо. Что ж, надеюсь, ролик понравился. Спасибо, что досмотрели. Пока.